Итак, встречайте, мэр города Армавира! Он не приехал. Как не приехал? Почему? Не знаю, я ему позвонил, говорю, вас ждут в Москве. Он бросил, не берет трубку. И что теперь делать? Есть бывший мэр. Ты что, ненормальный? Он же неадекватный, он двух слов связать не может. Да не переживайте, я переведу. Ну хорошо, давай. Итак, встречайте, бывший мэр города Армавира Илья Владимирович Беляков. Не ну чё? Я очень рад приветствовать всех на открытии Кубка мэра Москвы и безгранично благодарен за оказанное мне доверие. Не, ну конечно, вот это все прямо долго. Хочется поздравить КВН с 58-летием и пожелать благополучия и процветания. Не, ну можем, когда хочем, ну. Я напоминаю, что КВН это один из немногих отечественных продуктов, который приносит улыбки и радость миллионам россиян. А вот это вот, а зачем? Предлагаю перейти к торжественной части и перерезать ленту. Но по армавирским традициям в целях экономии ленту не перерезают, а перелезают. Ну чё, всё! Поздравляю! Музыку! Ну, тут, наверное, надо пояснить. Дело в том, что ребята из этой команды в прошлом году помогли Вятке выиграть Кубок мэра Москвы. Поэтому в этом году я собрал генералов, которые помогут победить Орлу. Поможет отметить победу генерал-алкоголь Дмитрий Менделеев. Большой поклонник вашего творчества. Добьется своего любыми путями генерал предательства Павлик Морозов. Письма, лично сам я на почту нашел. Следующий генерал шоу-бизнес Фредди Меркьюри. Этот парень был из тех. Еще есть генерал в отставке Юрий Лужков. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Дорогие друзья, команды из Орла не было в высшей лиге 57 лет. И сейчас вы поймете почему. Добрый вечер, перед вами московские семьи. Наши отношения как улицы Москвы. У нас как Новый Арбат, яркие и молодежные. У нас как Тверская, выбираем только самое дорогое. Улица Академика Волгина. Что я здесь делаю? Как отсюда выбраться? О, Лексутов телефон оставил. Собянин звонит. Алло, да, да. Все сделаем в кратчайшие сроки. Ты что, ответил за Лексутова? А ты думаешь, он как-то по-другому отвечает? Ну что ж, и теперь, когда мы все в сборе, давайте напомним зрителю, кто мы такие. Это Андрей и Аня. Я каждый день говорю Андрею, что он самый красивый. Мы с Юлей та пара, которая уже много лет вместе. И никак не может пожениться. А это Руслан и Настя. Руслан не планировал отношения, но как-то в походе им досталась одна палатка на двоих, и все само собой закрутилось. Еще одна московская семья... Ой, да кого мы обманываем? Современные московские семьи уже давно выглядят по-другому. Это как? Вот так. Ну, чё стоишь? Говорил, как говорил. Это Аня и Витя. Я каждый день говорю Вите, что он самый красивый. Потому что на кону трёшка в центре Москвы. Юля и Настя — та пара, которая уже много лет вместе. И никак не может пожениться. Потому что это запрещено российским законодательством. А это Руслан и Лёша.
Руслан не планировал отношения, но однажды в походе им досталась одна палатка на двоих. Ну что ж, друзья, представьте, муж наконец-то прибил полку, которую обещал прибить уже 2 года. Привет, Руслан. Привет. А чуть ты такой довольный? Угадай. Ну, давай вспоминать, почему ты обычно довольный. В зимней куртке 100 рублей нашел. Не. Ты крикнул дворовой собаке «Настя», и она отозвалась. Не. В магазине апельсины с бананом смешно лежали. Не. Ты догадался, кто убийца раньше, чем Мухтар? Не. Ты очень хорошо поел, а потом очень хорошо покурил. Не. Ты нашел себе работу? Не. Ты опять выставил меня на Авито? Да, но не из-за этого. Ты нацепил мои колготки на голову и говорил: «С Новым годом, пошел нафиг». Не. Полку, что ли, прибил? Да. Ой, так приятно. С днем рождения! В Москве очень много сервисов по доставке еды, а для любого курьера все клиенты равны. И так возле стен Кремля. Алло, Владимир? Я подъехал, спускайтесь. В смысле на совещание? Вот прям без вас не справятся. Ага, я королева Англии. Ну тогда отправьте кого-нибудь. Здрасте. Вы вместо Владимира? Ну, был когда-то. А, в смысле за едой, да, да, я. А до вас не дозвониться. Прям как до Кремля? Смешно. Держите ваш заказ. Угу, спасибо. Вы через наше приложение заказывали? Нет, через госуслуги. А разве так можно? Там, если в интерфейсе разобраться, вообще все можно. Вы, кстати, слышали про суверенный интернет? Теперь да. Ну вот, уже 2 человека в теме. Оплата карты или наличка? Карты. Да что такое? Денег нет. Ну вы держите. Спасибо. Вам спасибо. Владимир Владимирович, спуститесь за мной, я, походу, опять пропуск забыл. Люби меня, люби. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Это еще не конец. Зачем тебе такой красивый? Зачем тебе... Пацаны, там моя мама приехала. Зачем? Я ей все время рассказывал, что вы меня обзываете. Ты что, идиот? Мама, они опять начинают. Так кто здесь моего сыночка опять обижает? А? Ты! 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 А, вы! Чё я постоянно с тобой нянькаться должна, а? Мать на 3 работах работаешь, чтоб тебя не видеть. Ещё и сюда должна приезжать. Владис, ты что-то совсем на свою маму не похож. А мать не та, что родила, а та, что приехала землякам на кубок мэра помочь. Хотя я согласна с тобой, он больше похож на бампера от Renault Duster. 2 часа тебя на парковке искала! Отпустите! Валдис, Валдис! А вот ты где, фу! А то я все морги обзвонила, представляешь? А по описанию ты сейчас в 5 лежишь. А это что за женщина? Это вообще-то его крестная, да, она его крестила. Даже в чан со святой водой окунала. А это то еще зрелище. А. Ага, это как Ментос в колу бросить. Пустите, кто тут нашего мальчика обижает? А?
А это что за два мужика? Я его дядя. А я его отчим. Какой отчим? Прекрати на людях от сына открещиваться. Валдис, иди с дядей поздоровайся. Это тот дядя, который тебе телефон подарил. Он оказался краденый. Иди поздоровайся, дядю, 5 лет не видел. Так, слушайте, ребят, ну давайте, надо бороться. Давайте вспомним, что обычно делали команды, чтобы побеждать. Шутили. Ну ты вспомнил тоже, это когда было-то? Так, пацаны. Да ладно, вон пусть Длинный с ушами споет и нормально будет. Семен, если вас не затруднит... Артем, ты издеваешься? Жень, давай. Катя вся в татуировках, на плечах у Кати солнце, на спине у Кати птицы и дельфин на пояснице. Я хочу увидеть море, я хочу увидеть море. Женя! Слышь, Бурдашев, ну и что это вся твоя помощь с финалом? Да я все придумал. Чтобы пройти в финал, нужно выгнать не смешного человечка и заменить его на смешного. Так это кого, например? Да там немного, человек 4-5. Короче, встречайте, команда КВН «Наполеон» — атомный динамит. Монстр! Команда КВН сборной Тюменской области. А я правильно понимаю, вы нас тут собрали по своим типажам? Тогда вопрос к тебе, ушастый. А вот этот человек рядом с тобой, он здесь потому что тоже певец? Или мы про тебя чего-то не знаем? Я извиняюсь, а он меня заменяет потому что тоже очкарик? Или потому что мы тоже обо мне что-то не знаем? Ладно, новый смугляш. А чё, вместо меня сразу двух человек решили взять? Ой-ой-ой, чё кожаную куртку надела, думаешь, крутая? Стоит тут такая вся, кожа да кости. Слышь, Бурдашев, ну чё ты набрал их в команду и прямо уверен, что будет финал? Да на раз-два. Ну давай-давай. Вот она, команда мечта! А как зовут нашу лисичку, нашу барбариску, нашу лапочку? Виталий Пашенко. Да не тебя! Ко мне можешь не подкатывать, мне вообще-то смугляш нравится. Эй, я вообще-то женат. Так можешь со мной супружеский долг исполнить? Нет, Путин нас все долги простил. Ладно, не думал, что это скажу. Ну давай, Виталий Пашенко, показывай, что у тебя там. Песня. Ты снимаешь вечернее платье и надеваешь шинель. Двойная жизнь майора Рубопа. Днем Миша, ночью Мишель. Еще раз такое споешь, я тебе сделаю очень больно. О, а вы читали мой райдер? Не надо. Слышь, Бурдашев, короче, так не пойдет. Если ты решил нас всех заменить, то мы тебя сейчас тоже заменим на человека, который точно решит все наши проблемы. Добрый вечер. Володя? Ой, извините, я просто обычно, когда с вами разговаривал, вы в телевизоре были. Так, Бурдашев. Ага. Александр Васильевич, спасибо, что пригласили. Я только, знаете, совсем забыл про подарок. Да ладно, Владимир Владимирович, главное, что вы здесь, в доме КВН. Точно. Спасибо, что напомнили про подарок. У меня только, знаете, Александр Васильевич, один вопрос. Это же кубок мэра. А где сам мэр? Ну, не смог, наверное. Как-то не смог. То есть я смог, а он не смог. Ладно, ребята, раз уж я здесь, чем я вам могу помочь? Ну, можете с жюри поговорить?
А кто в жюри? Доверенные все лица. А нет, не все. Здравствуйте, Семен. Хлопну бургер со здоровья Собянина. Александр Васильевич, я сначала должен там поздороваться. Здравствуйте. Сергей Семенович, а вы почему опаздываете? Так, в пробку попал. Какую пробку? Что вы не поняли? Так нет, заработался, забегался, что-то сегодня много дел, и заместитель куда-то запропастился, не пойму. Хожу, еще нет нигде. Главное, бегал весь день нарядный, что-то довольный, куда-то убежал. Я не понял. Ну вот, может, кто-то на КВН поехал? Не знаю. Что он прям, с КВН на КВН, что ли? Ладно. Ну, тоже верно. Сергей Семенович, а вы подарок приготовили? Да, кстати, праздник же, веселье. Вот от меня лично, от мэра Москвы. Это что, шоколадка? Ну, больше плитка. Ладно, давайте перейдем к серьезным подаркам. У нас есть серьезные подарки? У нас есть серьезный подарок. Пожалуйста, внесите, пожалуйста, подарок. Спасибо, товарищ полковник. Александр Васильевич, в этом конверте чистый бланк с моей подписью. Так что вы можете вписать туда все, что хотите. Да. Классная вещь, Александр Васильевич. У меня в Тюмени такая же была. Я костюм написал. Александр Васильевич, но я надеюсь на вашу природную скромность. Уважаемый вы наш президент планеты. Так, ребятушки, я хочу пойти до конца. Давайте пойдем ва-банк! Покажем все, что готовили, на финал! Мы на финал минут 20 готовили, а тут максимум 2 осталось. Мы не успеем все показать. Не переживай, все успеем. Давайте в темпе. Так, что у нас там было в начале? Ну, в финале мы хотели, чтобы вышли семьи из всех регионов России. 85 семей! На сцену! Быстрее! Времени нету! Мы прилетели из Калининграда. А мы из Владивостока. Ну, понятно, спасибо, что прилетели, идите обратно. Дальше! Дальше мы признаемся в любви нашим вторым половинкам. Давайте! Ань, я люблю тебя. Юля, я люблю тебя. Ну, тут тоже все понятно, давайте дальше. Дальше выходит звезда. Пошла звезда. Быстрей, пожалуйста, быстрей. Короче, не хлопайте. Это Владимир Сычев. Тут все-таки, о боже, Владимир Сычев, балдеть можно. Дальше шучу про то, что Владимир согласился выйти за 500 рублей. В смысле? 2000 рублей, как и договаривались. Просто 500 звучит смешнее. Все, спасибо. Дальше что? Дальше выносят цветы и дарят всем девушкам в зале. Пошли цветы! Быстрее! Долго! Стоп! Бросайте, сами разберу. Дальше! Дальше выходит наш сын, читает стихотворение. Пошел! Зеленой земле. Стишок. Очень долго. Давай последние 2 строчки. Из-за меня они женились, из-за меня и победят. Молодец! Дальше! Дальше выходит стриптизерша и танцует танец. Пошли! А что ты ее не торопишь? Я все предусмотрел. Мы пропустим выход твоей мамы. Тогда я ее остановлю. Нет времени танцевать. Что у нас там дальше? Выносит вечерние наряды. Мы идем к Александру Васильевичу прощаться с КВН. Нет времени надевать. Так, бежим.
Александр Васильевич, это были классные 3 года. КВН супер, вы большой молодец, бла-бла-бла. Потом слезы идут. Я говорю, Александр Васильевич, не плачьте. Дальше что? Дальше мы возвращаемся на свои места. Но ты в эмоциональном порыве разворачиваешься и бежишь к Александру Васильевичу и прыгаешь к нему на руки. Жаль, времени нет. Дальше. Дальше неожиданная пародия на бывшего президента России. Пошла пародия. Ну, понимаешь. Отличная пародия. Дальше. Дальше мы обнимаемся и начинаем идти снег. Пошел снег. Ай, сразу весь. Переходим к финальному танцу, быстро. Времени нет, сразу концовка. Все. Итак, Брюховецкий ДК, концерт 2003 год. А я пойду работать столяром, а я повешусь. Спасибо, Брюховецкая, и на этой веселой ноте мы прощаемся с вами. Спасибо, пока, мы любим вас. Здрасте, я ваш давний поклонник. А где Семен Слепаков? Его больше нет с нами, но мне кажется, что сейчас он смотрит откуда-то сверху и улыбается. Лена шутит, он отошел. Я так и сказала, он отошел. Слушайте, я очень люблю КВН, можно автограф? Конечно. Будь молодцом и слушайся папу. Вот, 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 вот видишь, сынок, даже КВНчики тебе говорят, слушайся папу. А папа тебе что говорит? Нахрен тебе этот КВН не нужен. Отец, ты не понимаешь, я хочу быть КВНчиком, как они. А ты готов терпеть отсутствие денег, хороших условий, недосыпы и плохое питание? Не, я в этом плане его нормально подготовил. Только почему для КВН? Герой наш команду собрал, им выйти на сцену пора. Первый сценарий, первый зал, первая в жизни игра. А закончить наше выступление хотелось бы словами матери Дантеса. Сынок, ну убил и убил, чё теперь не кушать, что ли? Вы чё? Придурки, это позор! Ты чё, слова забыл? Ну так а чё-то как чё-то самое? Вот уж! А ты чё со сцены матюкнулся? Зрители первые начали! Так, тихо, глава Брюховецкая идёт! Да ладно, не расстраивайтесь, парни! Вот ты смешно, как будто слова забыл! Ну так а чё-то как чё-то самое? Вот уж! Плохо, что вот он не забыл! Я вам со сцены уже всё сказал! Ну капец, пацаны. Что-то я больше не хочу играть в эту веселую игру. Ой, да ладно, Серый, поедем на Кубок Мэра. Там финал пройдем. Езжайте сами, я пас. Эй, дочь! Нужно снова становиться сыном и ехать на Кубок Мэра. Отец, ну ты же все время был против КВН. Ну тут я впервые приехал на твою игру. И увидел наше выступление. И увидел машины КВНщиков. Муругова, Слепакова, Пейша, я понял, ты все делаешь правильно. Отец, ты не понимаешь, задолбал меня уже КВН. Понимаешь, уже все мои одноклассники имеют квартиры, семьи, машины, а я просто Серега КВНщик. Да, для меня финал высшей лиги это как журавль в небе. Но пока я этого журавля ловлю, у меня уже руки по локти синицами склеваны. Все, хватит с меня. Серый, ты че? Не успокаивай. Ты что, охренел? Это ты у нас устал? Рассказать тебе, как я в КВН играю? Говорю родным, все, пока, я на месяц готовиться к игре. И потом они собираются все вместе дома перед телевизором. Даже крестная приходит. Включают, и их Дима с экрана говорит, проходите, что случилось? Вы что, серьезно? Кто на операцию по смене пола? Скажи, юморист!
А знаешь, что самое обидное? Да то, что даже если мы добьемся успеха в КВН, ты потом будешь говорить: «Здравствуйте, дорогие телезрители, встречайте новое шоу!» А я: «Здравствуйте, дорогие гости, встречайте молодых!» Так что это не ты тут должен биться в истерике, а я! Слышишь ты? Тебя хотя бы будут звать свадьбы вести. А чё ты мне-то предъявляешь? А чё вы тут разныли? О, стандартная команда КВН. После игры все друг друга ненавидят. Пацаны, не переживайте, на Кубке мэра всех порвете. А мы не поедем на Кубок мэра. Наш капитан ушел. Да что ж такое? Земля ему пухом. Да исковые. Но неужели вы не понимаете, вот из-за этого нам в полуфинале этих 0,2 до финала и не хватило? Вот не для этого Александр Васильевич нас на этот кубок пригласил. Ой, давайте по чесноку. На этот кубок нас пригласил Валдис Пельш. Внимание на экран. Наполеон Динамит. 4-4-3-4-4. 3. Вы что, еще не поняли, что я единственный в этой галактике, кто может решать проблемки на раз-два? О, Бурдашев, ошибаешься. Здравствуйте. Я тоже решаю проблемы на раз-два. Ключевое слово – решаю. Вы что, угораете, что ли? Вы с такими знаниями точно в финал не попадете. Причем здесь я и Лев Николаевич Толстой? Ну что, Наполеон и Бурдашев снова вместе! Бурдашев, да никто не вместе. Все, короче, ты больше не в команде. Да? Ну давайте, я посмотрю, как вы без меня в финал пройдете. Вот прям сяду, пойду и посмотрю. Друзья, мы играем в КВН уже больше 10 лет. И за это время эта игра стала частью нашей жизни. 10 лет продолжаем мы играть. Скукота! Умеем мы проигрывать и побеждать. Был бы я Собянином, я б тоже от вас уехал. И чтоб сегодня кубок нам с собой забрать. Сейчас, походу, первый раз услышим, как Масляков матерится. О себе хотим немного рассказать. Саудовский оркестр и тот круче сыграл. За эти годы стали мы одной семьей. Наде! 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 Семьей объединенною, одной мечтой. Александр Васильевич, вы пока стоите, новую игру придумайте, потому что эту они, походу, угробили. Короче, все, Бурдашев, ладно, ты победил. Пусть Александр Васильевич скажет, что я победил. Если спросите, что я хочу, я скажу, что мечта моя странная. Я хочу доказать всем парням, что и девушки тоже забавные. О, даже сейчас этот сильный пол смотрит искоса и менжуется. Вы смеетесь над бабами, но вы смеетесь лишь когда мы паркуемся. Я хочу, чтобы друзья мои поняли, что работаю я в КВН. И что эта работа тяжелая, я устал уж доказывать всем. Иногда правда хочется дверью хлопнуть и выйти. Но мы готовы работать 5 месяцев, чтобы 5 минут было смешно. Я хочу, чтобы ко мне подошел Масляков. Мол, давай где-нибудь посидим. Я б шутил, он смеялся, и весь наш бюджет на игру мы потратили с ним. И вернувшись домой под утро, утомившись от сложных тем, я сказал бы с улыбкой маме: теперь я веду КВН. Бурдашев, ты что несешь? А что, вы фантазируете, мне нельзя, что ли? Давайте, пойте! А вот это квартира. Тогда такой вопрос. Скажите, а правду говорят, что если в квартире кто-то умер, она будет сдаваться дешевле? Ну да. А можно тут сначала наш дед поживет? Давайте тут вы поживете, прекрасная квартира.
Мы московская команда, и мы не могли не показать такой номер на этом кубке. Итак, представьте, Максим Станиславович Лексутов пришел к Сергею Семеновичу Собянину. Здравствуйте, Сергей Семенович. Привет. А чего вы такой довольны? Угадай. Узнали, что в питерском метро всего 7 веток? Не. Придумали на автобусе писать «Это не электробус»? Не. Тюмень стала хуже без Собянина? Да, но не из-за этого. Придумали, кого отправить на Кубок мэра вместо себя? Да. Это я? Да. Спасибо. С днем рождения! Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня. После этого Эрнст сразу позвонил, говорит, сейчас я тебе в честь праздника все секреты телевидения расскажу. Вот ты знал, что в «Спокойной ночи, малыши» под столом сидят кукловоды? Я говорю, ну знал. Он говорит, а то, что у Бермана и Жандарева такая же схема. Я говорю, да ладно. Еще углубимся немножко в историю. Вопрос, заданный в 2005 году. Прошу. В древней Балашихе некрасивые девочки скидывались и покупали водку красивым мальчикам. Вопрос. Итак, а что вы знаете о древней Балашихе? Давай, давай, вопрос, давай. А что вы знаете о древней Балашихе? Это все правда. Спасибо. Что вы знаете о древней Балашихе? Сейчас у Хрусталева было больше эфиров, чем на «Вечернем Урганте». Про Балашиху я спросил, а не про Хрусталева. Ну, неважно. Про Балашиху, ты понял? Там что я больше знаешь? К водке зацепился. Что ты знаешь про Балашиху древнюю? А можно полностью? Там просто я говорю, к водке зацепился. Ты запомнил ответ, вопрос, который задавали? Да, в общем, это был еще не ответ. Очень странный бурдаш, очень. Ты готов отвечать? Что вы знаете о древней Балашихе? Александр Васильевич, срочно координаты, срочно! Спасибо. Все? Все, вот что было ответить. Или кто-то еще. Давай, 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 пробуй. Что ты вспомнил-таки, наконец, о древней Балашихе? Ну вот мы наконец-то узнали, где у Мити было первый раз. Такую дорогу проделал для того, чтобы это сказать. Пожалуйста, какой был ответ? Свой ответ. В ночь на Ивана Купала уже изрядно красивые девочки собирали мужиков по лесу, складывали их на поляне и прыгали через «не могу». Спасибо.